Вот книга хорошего китайского древнего поэта Сутумпо. Вот. Я люблю Сутумпо за ощущение ранней осени, которая исходит из его стихов и которая очень совпала с тем, что я получила, приехав в Китай. И вот это ощущение, оно очень сильно совпало с тем, что я получила в опыте. И мы начинаем как будто бы ощущать, ну, больше связи с его душой. Это очень важно, чтобы было именно вот совпадение по душе, по какому-то взгляду на мир, по мировоззрению. В эти 3 года я была в разных регионах Китая. И, естественно, я делала фотографии. Вот они не то чтобы иллюстрации, это просто то, что наблюдает глаз, но то, что может быть каким-то образом переработано в слово. И я даже не уверена, что эти фотографии нужно помещать в книгу, но эти фотографии есть, и они для меня тоже очень важны. Они как будто бы доказывают подлинность моих стихов, их связь с определенным местом и с определенным опытом, которое из этого места и в это время ко мне пришло.